Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешитель. Благое дело началось с молебна. В наш город уже несколько раз приезжали православные выставки-ярмарки, но представители Свято-Елисаветинского монастыря здесь впервые. У них большая миссия. В течение 2 недель сестры будут вести духовно-просветительскую работу и предлагать авторские изделия монастыря. Это не просто рукоделие. Монахини говорят, что каждая вещь несет в себе православную энергетику. В монастыре порядка 25 мастерских разных направлений, в которых трудятся и наши монашествующие сестры, и прихожане, и попросту люди, которые попали в тяжелые ситуации, то есть это и бывшие заключенные на подворье на нашем, на мужском. И, конечно же, такими совместными усилиями, с молитвой, вот это все мы рады предложить нашим дорогим жителям города. В ассортименте выставки – церковная утварь, иконы, именные подарки, керамические чайные наборы с росписью, декоративные свечи, книги, монастырский мед и чай, одежда, текстиль и многое другое. Весьма интересен отдел «Монастырская здравница», где представлены натуральная косметика, моющие средства, травы. В качестве продавцов выступают монахини, многие из которых являются и изготовителями продукции. Они не только рассказывают о товаре, но и просто беседуют с посетителями на духовные темы. Выставка-ярмарка называется «Кладезь», и это символично. Это кладезь добра, кладезь любви и кладезь милосердия. Уважаемые армавирцы, я думаю, вы придете на эту выставку, обязательно нужно ее посетить. И каждый унесет домой частичку любви этого монастыря. И я думаю, каждый сделает подарок своим родным и близким в праздник, в преддверии нашего праздника Великой Пасхи. Сразу после открытия павильон заполнили армавирцы. Кто-то пришел за конкретной покупкой, кто-то просто получал удовольствие от общения и благостной атмосферы. Очень хорошее впечатление. Новинки и посудка хорошая. Вот иконочки можно выбрать. Я знала, что они приедут и ждала этого дня. Организовано прекрасно. Каждая вещь, короче говоря, она и не только полезная, но и приносит пользу и храмам, идет на дело Божье. Вырученные средства пойдут на дела милосердия, помощь многодетным семьям, одиноким и инвалидам, строительство храма и дома для престарелых. Ярмарка продолжит свою работу до 24 апреля, ежедневно с 10 до 19 часов. Влада Волошина, Артур Каржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».